В переводе с французского «бон пан» значит «хороший хлеб». В пекарне-кондитерской «бон пан» знают, как печь хороший хлеб. Мы работаем исключительно на натуральном сырье, производим хлеб, хлебобулочные изделия, а также большой ассортимент кондитерских изделий. Работаем мы как по классическим рецептам, французским, итальянским, а также российским, русским скорее, так и по своим собственным рецептам. Вся продукция пекарни «Бон Пан» изготавливается вручную из натуральных продуктов. Пекари и кондитеры, влюбленные в свое дело, делают более 200 сортов хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Поддержка Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы помогает предприятию совершенствовать продукцию и расширять производство. Мы закупили в прошлом году оборудование, ну, частично. Мы с большой помощью, конечно, департамента, софинансирование. И это нам, конечно же, помогло создать дополнительные рабочие места и развиваться. Пекарня «Бон Пан» не устает удивлять своих клиентов всевозможными новшествами, совершенствуя традиционные рецепты и изобретая собственные. В таком же ключе департамент строит свои отношения с малым бизнесом, предлагая ему целую гамму услуг. Департамент поддержки малого предпринимательства, у них же не только финансирование, у них и юридическая помощь. Неоднократно мы обращались за такой помощью в консультационный центр к юристам. Также, ну, вообще, хочу сказать, что люди, которые там работают, они очень так трепетно и отзывчиво на все наши нужды и вопросы. Все предприятия малого бизнеса уникальны, и каждый может рассчитывать на ту форму поддержки департамента, которая ему необходима.